Всем привет! Сегодня, как мы и обещали, начинаем нашу новую рубрику «Бросок чемпиона». И сегодня у нас в гостях человек, который побеждал Шохея Оно. В Ютубе его называют «Король Ашиваза», заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира в Токио Денис Ярцев. Всем привет! Сегодня я вам покажу бросок из раздела Кошиваза. Бросок называется Ушира Гоши, в простонародье называется болтушка. Бросок универсальный, можно делать как под левшу, так и под правшу. Зависит от реакции и стойки соперника. Обратите внимание, как работает нога. Вся сила ноги сконцентрирована в бедре. Мы показываем атаку вперед. И затем в том же направлении мы продолжаем ее назад. Под бивом таза партнера. Да, обратите внимание, что очень важна реакция уки. То есть партнер дает вам полноценную реакцию, защищаясь от броска вперед. И в этот момент вы его бросаете назад. Работа рук так же, как мы делаем тягу вперед, разворачиваем обе кисти. Ощущение такое, что на двух руках у нас находятся часы, и мы хотим посмотреть время. И потом сначала мы открываем партнера, притягиваем к себе, затем закрываем и делаем бросок. Вариант право-направо, когда идет борьба на захватах, и ваш партнер сконцентрирован в борьбе на захватах, вы ему показываете атаку вперед, и он вам дает очень сильную реакцию вперед. И отсюда вы его подбиваете, что приводит к очень красивому и эффективному броску. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось наше первое обучающее видео, и вы будете применять эту технику на своих следующих соревнованиях, а возможно, даже на детской лиге «Дзюдо Триумф». Подписывайтесь, ставьте колокольчик и смотрите наши следующие выпуски. Будьте с нами! To give Nagase and Baker a chance. A good defense by Ono. That was a good chance there. Fantastic. Counter. A counter, and that's probably going to score Yuko. Yeah. There we go. Ono goes for another Uchimata and gets countered. So, Ono Shohei goes down. The Europeans are celebrating.